Я нахожусь в Солидаре. По некоторым данным, от 10 до 15 вооруженных людей высадились здесь с вертолета и атаковали блокпост сил самообороны. Сегодня я видел своими глазами вертолет, который высаживал неизвестных солдат, которые захватили первый пост. И в этом на первом посту пропал человек. Один человек пропал. Куда пропал, неизвестно. Телефон не отвечает, человека одного нет. Перестрелка развернулась недалеко от этого места. Рядом находятся соляные шахты, где расположены оружейные склады. Справа от меня военная часть, солдаты которой забаррикадировались внутри. Здесь люди собрались, чтобы попытаться предотвратить возможные попытки членов правого сектора добраться до складов и завладеть оружием. Есть раненые. Сейчас ситуация находится под контролем, но остается очень напряженной. Собравшиеся здесь люди заявляют, что намерены и дальше оказывать сопротивление, и не собираются уходить и оставлять оружейные склады без защиты. Пола Слиер, РТ, Донбасс.